Теничком саду красиво, когда солнышко. Вот такие дни в ноябре бывают довольно редко. Сейчас ноябрь, конец самый. Завтра уже будет зима. Березах уже не осталось листвы, поэтому птичек на них заметить довольно несложно. Еще кроты копают, пока земля не промерзла до конца. Кричала сойка, пойдем посмотрим. Может, неспроста. Теперь надо остановиться и послушать. Где же все-таки кричала сойка? Прудик уже замерз. Покрылся небольшим льдом. Сегодня минус 5 с утра было. И это хорошо. Да, значит, если будет снег падать, значит он не растает. А если будет плюс, значит растает снег. И опять будет слегка. Ну где же сойка? Сойка, отзовись. Пойдем.